все. Ну давай сделаем еще раз, давай. Пожалуйста. Но если вы из народ не против, пожалуйста, друзья! Сергей, вот что значит выступать два раза за один и тот же гонорар. И такое бывает. Дорогие друзья, давайте примем выражение лиц, как будто мы не знаем, кто сейчас выйдет на эту сцену, и как будто мы очень рады их видеть. На сцене Дима Билан и член нашего жюри Сергей Лазарев. Победила дружба. И Дима Билан.
Ребята, спасибо, такая красивая песня. Можно вас попросить еще раз? Спасибо огромное, спасибо за понимание, друзья. Все-таки живой звук, прямой эфир. Так что... Ого, это был прямой эфир? А, нет, не прямой эфир, но живой звук. Хотя, если был бы прямой эфир, мы бы два раза спасибо за вашу сговорчивость. Я надеюсь, что это все-таки было несложно выслушать второй раз. Простите нас. Дима Билан и Сергей Лазарев. Ну что, градус повышается. День жюри. Перед следующей песней я прошу полную...